Что, Дорин? Что? Ресей федерациясына барганбыз. Кандас туустарыбыз көрүп керекте отурду ошо балдарды. Да, биз, в общем, Россияга барып жатырбыз. Алтайга, Астанадан достарыбыз чыкты. Биз кайра жыналып балдарга барып, бирге бас косуп, ары карай Алтайга тартабыз. Келдик ме? Капса калат жигиттер күтүп алыбыз. Жындыма? Шулайтындардын баары жок. Да, балдарга келдик. Аяк астынан караш. Багана семейде отурабыз, балдар чыгып кеткен соң. Жүр, жигиттерме таныстырам деп коеюн ба? Өзүн тааныйсың. Сәлеметсіз. Ассалам. Готовимся, собираемся в дорогу. Я думал, лучше нас фильмы дома. Салам алейкум! Салам алейкум! Как дела, семей? Как вы с приездом? Семей, мощного, братан. Настрой деген бешеный. Астана здесь. Абайский. Все, поехали в дорогу. Че, дяхта, еще раз. Салам алейкум, Алишер. Ассаламу алейкум, Ахмед Ага, Ханс Галай. Как сразу? Ассаламу алейкум, брат. Как дела? Родной лар. Че, все грузим? Да, уже все, сумки все загрузили. Машину что, где оставишь? Я же здесь живу, брат. Я сейчас пойду здесь по дороге оставлю. Как дела? Хорошо. У нас опять слет путешественников, да, или как правильно сказать? Единомышленников. Единомышленников, да, покорять. В свое время Казахстан начали, свои родные степи, горы, равнины. Теперь сейчас переходим чуть-чуть к соседям, в Алтайский край. Ждите нас. Кто Алатындарыбызды тосмандаш деп? Кто Алатындарыбызды тосмандаш деп? Эки машинага келебиз. Проехали казахскую границу. Вот. Теперь будем проезжать русскую границу. Вот наша вторая машина, которую забыли. Техпаспорт. Халайсындар. Все шикарно, все супер, все, заехали на Российскую Федерацию. Дальше продолжаем путь. Я пока не знаю, что сказать. Ресидем за ресидем с Федерейшн. Что там берем? Ирбек замерз. А, испана. Жаранов. Что, Рома, как? Свой любимый переписывайся. Подъезжаем от Бийску. Сейчас спланируем этот. Отлично, все взрослые говорит. Сплавы сейчас поедем на сплавы. Надо? Да. На сплавы покатаемся и потом уже квадрики. Чупанда, хватит. Тема. Что? Сонда да Арман ағамды ұмытпаймын ғой, қараш Арман ағамды. Арман аға, сәлем жолда қойш семейден. Ерім, қалайсың? Йоу, тигр, қалайсың? Вообще күшті. Бә, зелен. Природа, братан. Природа вообще мощная ғой. Вообще сильная, да? Четко вообще. Еще таза, прям приятно. Не, а дорога, братан, идеальная, да? Жолда жақсы ғой, идеально прям. И каждый 10 метр сайын столб тұр ғой, қарасаңшы. Каждый 10 метр сайын столб. Бір жерінде жүрміз ғой натуре. Айтпана. Кайф қой кәдімгідей. Қазақстанда жүрген сияқты жүрсің ғой. Бобровка. Бобровка келді. Тема, братан. Вообще кайф. Налегке едем вообще. Давно так не уезжали. Мы последний раз, наверное, 4 года назад выезжали так. У нас просто две машины, там еще наши студенческие друзья. Кто раньше выезжал с нами, они соскучились по тем местам и по той компании, с кем мы были всегда. Просто у всех, знаешь, этот семья, дети, и сейчас у нас такой момент, да, получилось вырваться
на 2-3 дня посетить Горно-Алтайск. Сейчас в Бийск проезжаем 85 километров. Вообще кайф. Я желаю всем путешествовать, отдыхать. Рафтинг по реке Катун удался, очень было классно, мощно, эмоционально. Мы группой нашей банды, бригады преодолели этот сплав. Три очень серьезных, мощных было, как сказать, испытаний, где мы ее прошли без замечаний, без нарушений. Что, братан, эмоции вообще шикарные. Искупались, поплавали, такие волны классные были. Хотя это двойка была, да, по уровню, да? Но в целом сказали, что мы на третий-четвертый уровень, да, осилим спокойно. Ну, всем советую, эмоции супер. Рахмет организатор. Следующий гонит, среди. Давай. Полтора часа прошло, как 4 часа. Надо еще раз повторить. Да? Да, обязательно. С такой компанией тем более. Спасибо Азамату, что дал переднее место. Итак, немножко о впечатлениях. Впечатления замечательные. Природа шикарная, плав отличный. Алексей, отдельно спасибо. Спасибо Ермеку, что позвал, в конце концов. Или мы напросились тут еще как посмотреть, на самом деле. Бүгін мне жолдас балармен рафтингке келіп, 1.5 минут өткендей болды. Әдемі эмоция, күшті дем алып қайттық. Келіңіздер, вообще күшті тамаша. Эй! Куда можно? Нельзя! Алексей ағамыз ғой, біздің шопыр бала инструктор. 2-3 екен, в общем. Мәшіндей дейді, қайықтай дейді, бәріне дейді екен, в общем. Әйелін білмеймін, әйелінен сұрақ көрейік өзім. Әдемі демалып қайттық. Ой, бұл жігіт, братан, өзім сияқты екен, бой, бір тұтан бабап секіреді екен қайықтан іше қалай. Молодец, красавчик. Өтірік кереметет тұр. Мынау тура маскасын киіп шешіп тура оперативно работает, да? До и после деген бөлек екен. Мына жігіт жанда 4-3 ғой, узет қой кәдімгідей. Кәдімгідей греб, да? Да. Нормально греб. Бірақ сол секірмей қойды, пайда секірсе сен тізеңнен ғана келер еді, ана 8 метр болса да.
Нургелден. 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 Бұл чемпион мира ғой, анамлы өміз. Сәл көңілгі ей болмай тұр, атак нормалын жігіт. Қолы кішкене, да? Иә, қолы кішкене, сәл нетіп тұр, подват деп тұр, атак нормалын, рабочий қолы, рабочий. Сәл қиналып жүргені бар енді деші. Елдің бәрі далада тамақ пісірісі, ошағымен қазанмен қоса кіргіз оған сұйырдан ішіне. Бұрынғы көшпен атам қазақ сияқты, сонда обстановкада отырмыз өшіміз. Демалып, рафтингтан кейін күшті. Домбыраны алып, е. Домбыраны алып. Ал ішін істемейтін қолымен дейсің ғой, домбыра ойнатып. Тушонка жейміз қазір, тушонка. Әдемі. Жалпы. Тушонка, тушонка. Макарон. Макароны по-флотски олайын деп тұр, в общем. Макароны юрта болайын деп тұр, в общем. Бүгінгі күні біздің құрбан айт қабыл болсын. Мен вот кішкене қойды. Жоқ, жоқ, бұл біздікі сиыр, сиыр. А, сиыр ма? Сиыр құрбан қашалдық. Қой ана жақтан жатырмай, тауып қалды. Ұйықтап отыр. Иә. Құрбан айтымыз қабыл болсын. Айтын айтқанмын десең жете берейік. Барлық мұсылман бауырларға, баршаңызға. Айтымыз қабыл болсын дейміз. Басқа мемлекетте болсақ та айтымызды ұмытпаймыз. Иә. Негізі осы Крукта бірінші ретпін. Мынау жігіттерге зор көп рахмет за сплоченную работу, за организацию, все на высшем уровне. Дакиге отдельный рахмет. Всегда сытые, всегда прям горячая еда, очень-очень вкусно. Вот. В целом, поездка очень замечательная. Она еще и не закончилась, но уже такие позитивные эмоции. Съездили на рафтинг. Посмотрели город, покатались. Сейчас ждут нас квадроциклы, мотоциклы. Сол, жігіттер танысқаныма қуаныштымын, танысқаныма. Вот, Арике, айтқалы болсын. Всем сәлем. Ал, жігіттер, отдыхаем хорошо. Реально, тоже в первый раз в этом кругу. Ермеку рахмет, он отошел, где-то лежит, он спит. Ему рахмет за приглашение. Он домашний. Вам, пацаны, рахмет за гостеприимство тоже. Мы тоже свою лепту внесли с Арасом. Командная работа на высшем уровне. Во время рафтинга это все продемонстрировали. Дакиге, вот рахмет. Реально, всегда сытый, всегда этот. Вчера Курдах был шикарный. Даке рахмет, отдельный. Сейчас тушенка будет, тушенка от души была. Поэтому давайте, отдыхайте хорошо, отдыхаем хорошо. И, как это, как говорил Птушкин, путешествовать от этого стоит. Так скажу, поездка уже удалась на X10. Сейчас тоже вот сидим под одним шанарахом. Первый раз такое вот, что вот хорошо то, что сплочает. 8-9 человек в одной юрте. Теперь понимаем, как наши предки жили. Готовим казан, смотрим. Алтай, он показал свою красоту на высшем уровне. Ну, здесь надо, здесь уже жить охота, не то, что там где-то отдыхать. Здесь надо уже жить. Дом покупать где-то на озере и приезжать каждое лето. Всем хочу сказать спасибо за организацию. Каждый свою лепту большую вносит. Здесь главное сплоченная работа и главное хорошо тоже отдыхать. Спасибо Ильику, чтобы у него вот. А где учился? Сколько? Да, так вообще летает. В котельне? На тебе, по тебе видно, что ты КТЛ с КТЛ. 95-го, да? Базар, нет. А ты? Я 93-го. А Дильбека Арынова не знаешь? Он тоже в КТЛ. Йо, пишу шапку! Бугун, по нам пишу шапку. На рисунке, очень отлично, хорошо. Свежий воздух, насытились. Вообще отлично. Ерема, привет. Вон этот, одноклассник.
Маска все нормально? Маска. Давайте, не стесняемся. Мы что, на зубы дракона пришли, да? Да, на зубы. Экскурсия вдоль реки. Поднимаемся в гору. Машины проезжают, говорю. С одного берега на другой берег. Братан. Кара, берін алып берейін бе? Дөңгілігін түш, дөңгілігін түш. Берін алып берейін бе? Соны күй бе, да? Не, берін алып. Мен әлі тайғақ керек. Черем. Наши базовые. Столовая. Слева. Там баня дальше. Бассейн. Ау! Ему квадроцикл не нужен даже. Только на велике. Тема жилетки, тема. Тема, а? Угу. Ладно, оттуда сразу вылепку выпрыгнем, да? Не-не-не, братан, классик. Тіл алмайды ғой. Что там қойсын? Қазақпыз ғой, қонақжайлығымызды білдіріп, үйімізді көрсетейік. Мүсіріп отырмын ғой. Что хорош? Перекус, перекус. Домашний, а что делает? Да? Не, я просто показываю, что, как делюсь впечатлениями. Какая здесь шикарная природа, куда можно, нужно даже ездить, расслабляться с такой компанией, как мы. Ассаламу алейкум. Сегодня второй день отдыхаем. Даке готовит плов. Я мариную шашлык, сол, хотим. Ужин на бізде бүгін плов болады, в общем. Казахский плов болады, узбекский емес. Нанын-нанын морковтан қарасаш, еттің бәрі қаншама. Гарантируем, все будет четко, все вкусно, шедевриально, моментально. Ну, моментально не обещаем, дейсің ғой.
Демалы, вот там жестко, как вот это, что мы современные повара с кальяном на природе. Да. Он очень еще маринад, шашлык тарасын шканчама. Бер тазик, бер тазик. Где ты там говоришь? О, агл тегл. Демалы шикарные. Первый раз в Алтае, мне очень понравилось. Я думаю, нам стоит еще вернуться уже с семьями, с детьми. Так что через лет 5, я думаю, надо повторить. А может раньше. Не, бешил слишком захко. Можно и брикайнич на хайталам келю. Демал с керемет. Я су таза болад как раз. На жерге харю саулап. Демалы, бала шагамен. Күшті демалыс әдемі болады. Вообще зона отдыха конкретный екен. Найбарка ғой, демалыс орталық. Күшті екен. Киіз үйлермен жаса қойған ғой. Қазір современный. Вообще біздің семейге де осындай зона отдыхалар керек. Осында осында күшті күшті жерлер болса ғой. Тапты зақараш мен даже. Вообще не акурка жоқ, не жоқ. Прям идеально чистота. Міне адамдар демалып отыр тоже, кайфуют прям. Отдыхают. Соның аласында осы арасында кальянды алып алып шеге отырасың. Два в одном у нас. Просто дымный кальян, а чей какой вот раз кайфует. Шахт трандар, юлер, до трейвер ми. Балов шумар ахмед, а джир традей трвины. Халтер водил ден. А там же джик трен там сюжет, вырсум из кини уже тр. Вообще всем рахмет за совместную боязку. Отдых очень шикарен, природа зашкаливает на все плюс 5, поэтому всем советую приехать сюда и ощутить самим. Сочный плов будет, да? Ее сварить, ну, бричет.